Я тебе хочу сказать, что я присмотрела красивые и очень удобные ботиночки, но они дорого стоят. Ой, мама, ты... Что, ты сам сказал, мама, покупай себе хорошую обувь, дорогую? Вот я присмотрела. Себе? Да. Ну, молодец. Купит. А кто мне ее купит? У меня денег нет на нее. Ну, тогда не знаю. Я думал, про меня ты говоришь. До какого часа ты дрых, ты сегодня? Сколько стоит, говори. Я спросила, до какого часа ты дрых? В 10 встал. В 10? Да. Да ладно. Да, встал в 10. Ага. Что делал? Я пошел курить. А потом? А потом? Потом опять лег. Понятно. И потом до какого часа дрых? 12. Ничего себе. Ты уже таблетки принял? Принял, принял. Понятно. В общем, сколько ты сказал? 3250, да? 3246. Ну, 3250, грубо говоря. 246 не положишь. Сейчас я. Сейчас взгляну. Так. Дай я взгляну. Сколько у него баланс. Ну все, я за Рома запомнила, не надо. 3246 и 51 копейка, все. 3250. 46 рублей не положишь. Округлять надо. Ладно, короче говоря, давай. Поздно не ложись. И давай думай, я сказала тебе, думай. Ой, с октября надо все устраиваться. На следующей неделе уже октябрь. Как мне страшно. Думай, думай, думай. Не надо ничего бояться. Значит, страшно, значит, надо лечиться. Если страшно. Надо преодолевать этот страх в больнице тогда. А лечить вот этот... Как плохо, что ты не в фирме работаешь. Честно, страх, ты боишься людей. Нет, я хотел бы, чтобы ты работала в какой-нибудь фирме, и я с тобой. А что со мной? В какой фирме конкретно? Я уже никуда. В какой фирме конкретно? В какую ты фирму? Ну, была бы у тебя фабрика, например. Ну, что за фабрика? Ну, что за фабрика-то конкретно? Вот? Из какой области фабрика? Ну, ладно. Я так говорю. Ты посмотрел вот этот завод по изготовлению этих машин? Посмотрел вакансии какие-нибудь есть у них? Нет, не смотрел. Ну, так значит, ты так хочешь устроиться на работу. А ты бы посмотрел. Мама, ты мне даешь на самое больное место. Правильно, а это для меня больное место. То, что ты ничего не делаешь, это для меня больное место. Ты не делаешь ничего, для меня это больное место. Если бы ты учился или работал бы, для меня бы не было это больным местом. А для меня это каждый день больное место. И каждый день думаю об этом, и видя, что ты бездельничаешь и ничего не хочешь менять в своей жизни, ты мне укорачиваешь каждый день этот, жизнь на один день. Каждый день ты мне укорачиваешь, потому что я нервничаю по этому поводу. Поменьше кури. Это ты меньше кури, понял? Понял? Понял. Все, давай, короче говоря. Ты не читал сегодня ничего так? Нет, на фильм смотрел. Ну, понятно. Ладно, поздно не ложись спать. Давай сейчас попробую Машке в окно, узнаю, какие у нее там дела. Ты приедешь завтра к нам? Да. Ну все. Только вечером. Хорошо. Все, давай. Без шоколада загибаемся тут. Но я не буду покупать ничего. Ай-яй-яй. Потому что хочешь привыкнуть к такой жизни. Ой, на фабрику шоколада устроюсь. Даже это ждет ведь? На фабрику шоколада. Вот.
бесшоколадная это будет жизнь. У тебя же, ты же делаешь так, чтобы у тебя не было денег ни на хлеб, ни на шоколад. А у меня сейчас тоже, я тебе говорю, что очень плохо. У меня на четверг один человек записан. На завтра никого и в пятницу никого. Если я никого не принимаю, то, соответственно, у меня зарплаты не будет никакой. Все, давай. Не любишь-то маму? Вот. Люблю. Если бы любил, значит старался. Старался бы чего-то предпринимать и сделать. А не так до 30 лет сидеть. Ладно, все, Ромаш, давай. Ром, это введи сюда этот интернет, посмотреть это. Давай. Давай, все, пока. Ага. Ага. Введи интернет, я хочу...